Новый образовательный сезон начался в дошкольных учреждениях Чувашии. Причем впервые порог детсада перешагнули не только малыши, но и некоторые воспитатели. Педагогический состав регулярно обновляется. В Чебоксарский детсад номер 203 пришли сразу 10 молодых специалистов. В зале собрались самые добрые, ласковые, заботливые и находчивые девушки. Дети их иногда называют вторыми мамами. А как по-другому? Ведь воспитатели проводят с детьми большую часть дня. Эти специалисты только начинают свой профессиональный путь, но уже держатся вполне уверенно. Я пришла, дети плачут, истерика, они не хотят отпускать маму. Мама, мама, папа, истерики, бьют в дверь ногами. Страшно, что делать, но я беру себя в руки, отвлекаю ребенка. Вначале говорю, давай попрощаемся с мамой, посмотрим в окошко. В новом учебном году коллектив детского сада номер 203 пополнился 10 молодыми специалистами. В целом по республике укомплектованность кадрами дошкольного образования составляет 96%. Потребность в молодых специалистах в садиках по Чувашии 124 воспитателя, по городу Чебоксары 48. Обучают специалистов дошкольного образования в Чебоксарском колледже имени Никольского, в Канашском педагогическом колледже и в педагогическом университете. Так, в текущем году в Канаше выпустились 27 воспитателей, в Чебоксарском колледже 100, а в педуниверситете 112.